Андеркат, олдскул и стрижка мужских кудрей. В арсенале современных мастеров – ножницы, расчески и бритвы. В третий раз директор Академии красоты Людмила Тарасова пригласила из Красноярска в Барнаул мастера международного класса, чемпионку мира по парикмахерскому искусству, барбера Светлану Санжаеву. Как тренер Сибири, как педагог, как директор школы в Красноярске и, наверное, как чемпион мира, я могу сказать, что в нашей профессии есть одно большое «но». В ней никогда невозможно достигнуть самых высоких высот. Всегда есть куда идти, всегда есть изменения. Существуют мастера, которым это хочется знать, которые идут на учебу. Это говорит очень хорошо о вашем городе. Свой авторский семинар именитый стилист начала с инструктажа. В первую очередь напомнила, даже форма головы имеет значение. Прежде чем приступить к работе, нужно сделать рисунок стрижки. Только тогда можно смело предлагать клиенту обновление образа. Я очень рада, что Светлана Санжаева приехала к нам в наш город. Это бывает редко. Этот мастер-класс очень важен для нас, потому что мастер мирового уровня – это большая честь побывать на ее семинаре и приобрести опыт, знания. Все на практике. Конкретно вот стрижешь, делаешь, тебе подходят и объясняют данные. То есть ты не можешь подстричь сам, а потом тебе что-то исправляют. То есть каждое действие твое должно быть согласовано с мастером. Среди тех, кому повезло обновить свой образ, корреспонденты нашего телеканала Вадим Слюсарев и Владислав Кириенко. Я пришел просто как вот непаханное поле, я полностью доверяю своему мастеру, хочу вот немножко поменять свой стиль, прическу, поэтому я открыт для экспериментов, но в рамках разумного. Я сюда пришел, чтобы вот из этой бесформенной копны просто сформировалось или произошло настоящее произведение искусства вот под руководством вот этих всех прекрасных мастеров. Почти 4 часа над светлыми головами наших корреспондентов работали мастера Академии красоты Людмилы Тарасовой. Каждый шаг на пути к идеальной стрижке стилисты согласовывали с гуру парикмахерского искусства Светланой Санжаевой. Результат такой долгой работы получился впечатляющий. В итоге Владислав Кириенко примерил образ юного Элвиса Пресли, а Вадим Слюсарев – актуальный в этом сезоне британский стиль. Сперва мастер хотела сделать классическую прическу, но она предложила немножко похулиганить, поэтому я не совсем понял, но это какой-то вот британский стиль. И теперь у меня такая прическа очень интересная. Не знаю, насколько подходит, но что-то в этом есть определенно. Это просто олицетворение моих эмоций, моего внутреннего мира. Это прическа, которую я, наверное, очень долго. Следующий мастер-класс в Академии красоты Людмилы Тарасовой состоится уже в марте. Мастеров будут обучать салонной женской стрижке. Евгения Князева, Алексей Шаульский. Новости.